Всем здоров, дорогие друзья! Продолжаем проходить Код Вероника, боевая игра. Resident вот так. Evil. И у нас на очереди персонаж Клэр 2.0. Назовем ее так, версия 2.0. Так, давайте посмотрим, что у нее. У нее ножик, гранатомет, калаш, одна аптечка и патроны для гранатомета. Ну что, давайте начнем. Третье лицо. Лицо мне третье дай. Так. Отчет времени пошел. Смотри, какой прикид ты, смотри. Клэр. Так. А здесь у нас, смотрите. Тоже все бесконечное. Все бесконечное. У нее есть калаш бесконечный. Ну давайте с калаша постреляем. Просто можно нажать кнопку и долбить. Смотри, какой прикид. Просто красотка, красавица, спортсменка, комсомолка и просто красавица. И в белых сапогах, в белых сапогах и с калашом. Че я там всех замочил, нет? Всех положил. Так, окей, давайте гранатомет, наверное. Погоди. Так, комбинируем, наверное, гранатомет. Давайте. С огненными, со взрывающими. Посмотрим. Так, а локации, я так думаю, наверное, те же самые. Те же самые, смотрите, локации. Пока в начале, в принципе, идут. Те же самые. Зацепило. Тебя тоже. Окей, так, аптечки, все на месте. Все то же самое, все на месте, зеленая аптека. Единственное то, что у этой Клэр 2.0 одна всего аптечка получается. Одна аптечка. А, готов. Ах ты, запанул все-таки. А я убил, что ли? Да блин! Давай. Смотри, да? С первого удара, в принципе, замочил его. Ну, хотя, может, я уже и один раз попал. Так, одна аптечка. Одна аптечка. Погоди. Давай-ка здесь проверим. Мы же в прошлый раз не посмотрели двери. Да, в принципе, все закрыто. Давай. Готов. Туда же. Тебя тоже вылечим. Так. Здорово, чувак. Окей. Там у льва, по-моему, ничего нет. Давайте. Сюды. Так, ну, единственное, что у гранатомета перезаряд постоянно. Да, я им всем сейчас коленки-то повзрываю. Просто видали, как у них коленки лопаются? Отлично. Взорвали пукан. Так, давай-ка я хочу еще попробовать вот эти. Вот эти попробовать. Смотри, какой... Да, для такой графики, да? Блин. Неплохой орех-то, кстати, у Клэр. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. В тех джинсах, в принципе, не очень хорошо разглядывался орех. Убил? Убил. Отлично. Убили. Так. Здесь плохо, а тут отлично. Набери ты траву-то, но... Травушка нужна. Сейчас ее скомбинируем сразу. И все будет четенько. Хорошо.
пошел вон. Бежать. Ах ты, падла. Бежать, сказано. Ну ладно. Так, здесь где-то, короче, синяя трава, по-моему, да, была? Мы в прошлый раз смотрели. Где-то здесь синяя трава. Вот она. Отлично. Эту съедаем. А синюю забираем. Синюю собираем, попробуем сейчас комбинировать с теми двумя зелеными. Да, все четко. Все отлично. Все идет по плану. Ну, в принципе, с боссом тоже будет. Не будет проблем, если будет этот... тот же самый босс в конце. Хотя, по-моему, если не изменять память, тут какой-то другой босс должен быть. Чуваки, вы чё? Вы что-то попутали, короче. Опа-опа-опа. Смотри, короче, это зеленая, ой, желтая, короче, кислотная штукенция, она сразу не убивает этих зомбарей. Тут взрывная, она сразу разрывает им все. А кислотная нифига. Оба лежат. Прилетел. Отлично. Даже смотри, даже рядом где-то взрывается вот этот вот гранатомет. И. Ну, граната с гранатомета, и все. Зомбарюки ждык. Не обязательно четко попадать. Сразу смотри. Двоих. Бежать, падлы. В принципе, должны, короче, мы... В принципе, наверное, я думаю, быстрее пройти, чем в прошлый раз. Птичок, лови. Тоже. Там, смотри, что-то блестит. А, птичка. В прошлый раз пропустили, кстати. А интересно, а что будет в этом, в игровом автомате? То же самое. Отлично. О, живой, смотри. После взрыва выжил. Чувачок. Ну давай сейчас посмотрим, короче, что у нас в игровом автомате. Это новый дневничок или что там будет? Аптечка! Аптечка! Не, нахер нам не нужна аптечка. Я понял! Я все тут понял. Устоял. Падла. Падла устоял. Так, там еще один, да, по-моему? Тут свипер должен быть. Бежать. Бежать, сказано. В принципе, уже подходим. Подходим к завершению. Локации. А может здесь какие-то новые локации? Может их здесь больше? Все может быть. А так я думаю, блин, все-таки, наверное, Вескер самый жесткий. У Вескера
Один нож. Меня пугает одна фишка, то что здесь надо убить всех, зачистить, короче, локацию, да, убить всех монстров. А как Вескер с ножом? Зомби, ладно, еще можно как-то, наверное, выкрутиться. А остальных эти. Длиннорукие вот эти. Потом. Охотники. Как снимет? А босс? Босс? Это же вообще жесть. Так, один сдох. Ах ты падла! Завалили. Окей. Завалили. Так, босс. А, босс-тиран, ё-моё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тварь. Нифига себе. Тихо ты, чё такой? Дерзкий-то, падла. Вставай давай аптечку, но... Хера, ты видел, да? Ты видел? Видел, как он? Как он мочит? Так. О, как смачно-то я. О, как еще раз-то. Молодец просто. Промазал еще. Да что ты? Чё-то мне подсказывает, что... А, падла. Беги! Здесь, по-моему, он может скинуть. Падла. Падла ты. Так. Чё у нас там? Плохо. Плохо. Аптечки. Жесть. Говна кусок, а! На тебе, на тебе. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Оу, щит! Киданул. Ну давай. Еще раз. Козел меня сбросил. Давайте с автомата сейчас попробую. Нет. С автомата не катит нихера. Так, окей. С автомата нихера не катит. Давай-ка чего-нибудь. Может, вот с этих попробовать? Держи. Еще. Опа, не успел я отбежать, а? Не успел. Пошел. Дядька. Ай, сейчас бросит. Нет. В спину мне. Говна кусок. Сиди там. Тебя никто не звал. Вот так вот будешь ходить по подворотням, по всяким. Дядька синий такой большой выйдет. По щам тебе надает. Будешь знать. Ай. Беги, Клэр. Сколько ему надо-то делать? Не знаю, много ему надо? Немного? Кислоты. Все, свалился. Отлично. Со второй попытки, короче, прошли мы. Со второй попытки и по времени сколько у нас вышло?
Ну-ка скажи. Ранг D. Границы D. Чё-то границы D. О чем? Все чисто. Мы что, у нас получилось, что ли? Или как? Пройти по времени рекорда, смотри. Граница D. Окей. На этом будем заканчивать, друзья. Вот. Оказывается, не все одинаково. Боссы разные. Вот. В следующей серии будем проходить за Криса. Вот. Посмотрим, что у него будет там. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.